Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики, с вами, как всегда, я Дезертир, и я хочу сообщить вам одну не очень приятную новость. В связи с тем, что мы стримили BlizzCon в эти выходные, случилось одно очень неприятное обстоятельство. Обстоятельство касается того, что на мой канал наложили страйк. Да, это как куча говна, только страйк. Теперь, в связи с этим, я не смогу в ближайшее время, а точнее месяц, вплоть до 11 декабря, проводить стримы по каким-либо играм на канале YouTube. Но не отчаивайтесь, стримы будут продолжаться. Просто перенесем их на другой сайт, а точнее Good Game. Я думаю, все знают, что это за сайт и где он находится. Так как это все будет там, ссылку можно найти либо на баннере канала, либо в описании в ВК-группе. Надеюсь, эта новость не сильно вас расстроила. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи и пока-пока.